Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами сиреневую серию. И первое, что мы должны будем с вами сделать, это снять вот просто фон из сиреневых цветочков. Я создал здесь такую кучку цветочков, пришлось пожертвовать отдельными. То есть я вот беру и здесь просто подкладываю. Ну и теперь можно будет снимать. Я снимаю при помощи своего фиксированного объектива. Это 105 Никкор. И так как в руках у меня D800E, то вырезать потом из этого хорошую картинку не предоставит никакого труда. Вот. Ну, еще можем снять. И попробовать так-то вообще заполнить всю поверхность. Вот так, это даже лучше. То есть с первым заданием мы справились довольно-таки удачно и быстро. И поэтому переходим сразу к другому заданию. А теперь давайте попробуем снять что-то такое художественное. Потому что просто так гроздь. Вернее, кисть это сирени, наверное, снимали тысячи людей, если не миллионы. А мы с вами попробуем сделать что-либо художественное. И для этого у меня слева стоит источник света, плевать, октобокс или просто софтбокс. И справа образую так называемые клещи. Так, и посмотрим, что у нас на заднем фоне. А здесь у меня акрилом рисованный на картоне такой, знаете, фон. Я его рисовал для своих когда-то натюрмортов и, к счастью, не выбросил. У меня есть темно-зеленый, вот сзади стоит, и светло-зеленый. Ну, давайте попробуем сначала со светло-зеленым, да? Я подвел как можно ближе веточку сирени. И надо поспешать, потому что она без воды завидает. Надо было ее напоить, но... Ладно, давайте смотреть, что у нас получится сразу при кадрировании. Ну что ж, ребята, вот такой необычный довольно-таки получился снимок. Да? Давайте попробуем теперь сменить фон. Да? Сейчас я его сменю на темно-зеленый, посмотрим потом, что будет лучше. Посмотрим с теми же самыми установками. Ничего нового не делаем. Фотографируем. Получаем вот такое. Ну, не знаю. Посмотрим еще. Я сейчас испробую все свои фоны. То есть у меня есть еще на обратной стороне. Я нарисовал голубой. Сейчас я голубой поставлю сюда. Красно-синий, голубой, и не угнаться за тобой, да? Ну вот тебе на. Такое. Ну и можем, как-то у меня было, фон еще с облаками. Я думаю, что это я еще раз использую. Уже когда сделаю букетик поменьше, оп, упал. Ну а пока мы пойдем с вами сейчас посмотрим, что мы уже наснимали. Окей? Так, ну давайте глянем, что у нас тут получилось. Угу. Ну, первое, что мы с вами делали, тут снимали в таком большом количестве. Так. Практически делать ничего не надо, все нормально. Открываем. Если нужно, то мы, в принципе, всегда можем вот взять этот кусочек. Перевернуть его. И вот здесь где-нибудь подставить его вот так. И сделать маску
аккуратненько убрать тут. Ненужные края. Так, сейчас. Так легче. Вот так начинаем подвигать сюда, сюда, сюда. Вот так. Вот так. Здесь уже смело так. Раз, 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 раз. Вот. То же самое можно сделать с помощью штампика. Вот сюда поставить, допустим, так. Здесь добавить какой-то. Ну и в принципе мы с вами вот уже имеем такой фон. Если с ним еще поработать, вот, если мы не хотим зеленый, допустим, да, мы можем всегда здесь что-нибудь подставить. Вот так. И быть счастливыми. Так, давайте посмотрим, что еще у нас там. Так. Где вот я снимал? Вот. Откроем Photoshop. Ну, здесь я вам скажу так, здесь уже готовая художественная вещь. В принципе, ну а что тут еще? Можем чуть светлее сделать, но это не нужно. Темнее немножко. В общем, я совсем ничего не хочу делать, потому что тут все уже нормально, его можно уже ставить, удалив некоторые пятнышки, может быть, тут. Вот так. Ну. Открываем. Вот. Смотрим. По резкости. Ну, все нормально, абсолютно. Отлично. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас еще. Вот на этом зеленом. Ричард, прекрати. Он там пытается на себя обратить внимание опять. Есть темно-зеленый. Ну, не знаю, как-то мне слишком темно это. Во всяком случае, есть выбор. Так. Я думаю, что я, может быть, этот возьму. Так. Тоже как бы, ну, не знаю, давайте попробуем вот высветлить, да? Ну, зачем? То есть, все уже и так хорошо и, в принципе, может сойти за какую-то художественную штуку. Так. Сложнее с выбором вот этих. Так бы он какой-то такой мультяшный, да, получается. Ну, что ж, тоже может иметь быть место. Вот такое тоже. В принципе, ничего здесь делать не надо. Убрать пару пятен на матрице, которая у меня. Скоро поедем домой, не кричи, Ричард. Стонет там. Так, ну и последнее, что посмотрим, уже совсем на синем. То есть, вот такое художественное. Угу. Ну, тоже, вы знаете, а что тут нужно еще делать? Для меня это, конечно, загадка, что тут можно делать. Уже снято, все хорошо. Этот самый клещи сыграли свою роль. То есть осветили так-то хорошо. Но мы можем посмотреть, нужно ли нам это еще. Вот оставим сейчас. Ну, может быть, чуть-чуть вот так. И черного чуть добавить. Вот так. Все. Вот. Так, теперь этот кажется темноватый, да? Ну, это всегда можно поправить.
Так. Здесь побольше сделаем. Здесь ничего не будем делать. Здесь. Сейчас я посмотрю. Возможно, чуть-чуть затемнить. Так. И высветлить. Готово художественное произведение, ребята. Так, и вот этот. Ну и все. Ну вот, дорогие друзья, вы убедились, что мы сделали, в общем-то, серию совсем неплохих снимков. Мне кажется, это была хорошая идея снять вот на таких намазюканных фонах. То есть это обычно акриловая краска, и я и так это по-всякому тут мазюкал. Где-то я делал затемнение на углах, где-то нет. Ну, то есть я думаю, что вот получились действительно такие не совсем обычные снимки. Посмотрим, что скажут дизайнеры, да? В этот раз я работал для стоков, понятно. Я надеюсь, что вы не удивляетесь тому кавардаку, который здесь вокруг меня, и видите, что я ныряю между своими штативами, хотя за спиной у меня тут еще 80 квадратов. Я привыкаю, ребята, я привыкаю, специально себя настраиваю на 12 квадратных метров площади свободной. И это будет тяжело к этому привыкнуть, поэтому я уже месяц так делаю. Ну и сейчас позвонила жена, просит помочь ей с покупками. Ну, вы знаете, что если женщина просит. Так, поэтому мы с вами на сегодня прервем этот процесс и продолжим, если кустик не засохнет, продолжим завтра с вами. Договорились? Ну, всего вам доброго, хороших выходных. С вами была фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Пока!